Привет всем! Хотела поделиться своими новостями. Совсем недавно я закончила онлайн-обучение в Московской академии экономики и развития в школе удаленных менеджеров по продажам Юлии Трус. Моя предыдущая сфера деятельности никак не была связана с продажами. Около 20 лет я проработала в нефтегазовой отрасли, в исследовательской лаборатории. Сейчас я нахожусь в декрете. И в связи с событиями последнего года я поняла, что мне нужна новая профессия, удаленная онлайн, которая позволила бы мне достаточно зарабатывать, вне зависимости, есть ли на Земле какой-либо экономический кризис или пандемия, и которая также позволила бы мне больше времени проводить со своей семьей и детьми. У меня двое детей, старшие 3 года и младшему 7 месяцев. На момент обучения ему было всего лишь 3 месяца. О Юлии Трус я узнала совершенно случайно. Мне о ней рассказала моя двоюродная сестра. К тому моменту она была уже выпускницей академии и успешно работала менеджером по продажам. Я подписалась на инстаграм-страницу академии и поняла, что Юлия Трус является лидером в этом направлении по переходу из офлайн-бизнеса в онлайн. И я решила пойти за ней. Мне очень понравился преподавательский состав академии. Они смогли раскрыть во мне скрытый потенциал, о котором я даже не подозревала. Они смогли научить меня продажам с нуля. Поэтому, если я смогла, я уверена, что сможет любой. Очень удобно, что в академии есть свой личный банк вакансий. Поэтому найти работу после окончания обучения не составляет никакого труда. Можно найти работу по душе. После окончания академии в августе я проработала 1,5 месяца, в течение которых практически полностью смогла отбить стоимость своего обучения, чему несказанно рада. Сейчас у меня уже новая работа. Я работаю в онлайн-школе с творческим инфопродуктом. Эта тема мне невероятно близка. Я обожаю свою работу и планирую в течение нескольких месяцев выйти уже на новый уровень заработка. Обучение продолжалось всего лишь 1 месяц. Я бы не сказала, что это было легко, потому что у меня был маленький ребенок на руках. Но занималась я в удобное для себя время, в основном по вечерам. Обучались мы вместе, слушали лекции Юлии Трус. Он иногда спал под лекции Юлии Трус, поэтому я совершенно не удивлюсь, если в будущем он станет успешным бизнесменом или экономистом. Спасибо.